Обязать госорганы уведомлять о получении данных граждан страны и о целях их использования предложили представители Комитета по информационной безопасности, разбирая последний киберскандал вокруг Генпрокуратуры. В высшем надзорном органе уже ведется проверка по факту утечки данных, сообщил заместитель руководителя ведомства Руслан Абдикаликов. При этом, по его словам, сами граждане зачастую проявляют информационное равнодушие в отношении использования их личных информации, к тому же сами лично отправляют свои данные через всевозможные небезопасные мессенджеры. А бдительность необходима, учитывая, что только за прошлый год Центру информбезопасности удалось зафиксировать больше 2,5 миллиардов хакерских атак. Хоть один казахстанец написал заявление в МВД о том, что, допустим, мои данные были утрачены? Никто не написал. То есть все в соцсетях пошумели, повозмущались и на этом успокоились. Потому что, как правило, реальный ущерб трудно доказать. И трудно сказать, что я чего-то пострадал, и вот на какой-то там, сколько-то там миллионов тенге, или там даже там 10 тысяч тенге я понес ущерб. То есть это на самом деле такое в виртуальной среде неосязаемое. Поэтому мы считаем, что будет правильно, когда этим будет заниматься Комитет национальной безопасности, и с точки зрения административного производства будет заниматься наш уполномоченный государственный орган.